Ее организовали сотрудники УВД, представители общественного совета, православный приход собора Архангела Михаила, храм святителя и чудотворца Николая в Лазаревском и сочинская общественная организация «Милосердие судимым». Инициаторы акции считают, что человеку, отбывающему наказание, необходима помощь в переосмыслении жизненных ценностей. Все заключенные получили праздничные наборы, а также брошюры и книги религиозного содержания. Желающие могли побеседовать со священником. Подобные мероприятия проводятся в Сочи ежегодно и обычно приурочены к Рождеству и Пасхе.